Скажите, пожалуйста, в чем смысл деятельности группы «Бурбаки»? Отчего математикам стало так весело? Ну вот интересная на самом деле тема, очень интересная, и так вот сказать, что ну просто вот такие были чудаки, они собрались во Франции, да, и вот решили сделать группу математиков с выдуманной какой-то такой биографией, с какими-то обрядами, с подставными лицами. Это Франция. Это было бы нормально для, допустим, английской культуры, ну, в той или иной степени, может быть, для немецкой. Немцы любят тут вот, напускать тумана, таинственности какой-то. И юмор такой вот бурбаки, он немножко солдафонский, немецкий, потому что бурбаки – это же генерал французский. Но во Франции все централизовано, организовано на государственном уровне. Значит, какая-то была государственная программа, и в чем ее цель? Ну, вот надо посмотреть, как это было все в контексте соперничества, в том числе интеллектуального, в Европе 20 века, как к школе Бурбаки относились, например, немцы, подсказка очень плохо, вот, ну и так далее. И с другой стороны, это, ну, видимо, такая попытка государственной рецепции опыта таких получастных университетских групп, с одной стороны, с серьезными научными программами, а с другой стороны, основанными на каком-то шутовстве, вроде вот этих апостолов в Кембридже и так далее.